Здравствуйте. Новый день. Не думал, что будет сегодня заказ. Только собрался выходить из дома. Время 16:10. И вот позвонил человек. Надо почистить гараж. Я узнал, где находится точные координаты его гаража. В 5 минутах от меня соседний городок. Говорит, за час должны управиться. Говорит, сколько будет стоить? Я понимаю, что минимальный, говорит, заказ 2 часа. Сколько будет стоить? Я говорю, если за час мы управимся, трояк будет стоить. Вот. Потому что ехать вообще практически никуда не надо. 5 минут езды. Я считаю, что можно съездить без особых. Ничего такого, я думаю, не случится. Посмотрим, что там будет на заказ. Какая трудность. Это вот узбеки, которые мне бокс рингуют. Видите, шквал машин. Шквал этих такси Яндекс. Вот, приехал до гаражей. Посмотрим. Снега видите, сколько у нас тут. Ну, в принципе, он начал таять активно, потому что плюс 3, плюс 5 каждый день. В принципе, обычно к майским праздникам, 1 мая, уже снега довольно-таки мало. Довольно-таки мало снега. Я думаю, что все сойдет, если так еще подержится 10 дней такой температуры, и все, снег весь, я думаю, сойдет. Останется где-то там в тени. Но в целом все течет, вся в залив. Ну, тут местные машины лопатами работают. Ну, а что ему еще? Чем ему еще работать? Только лопатами. Такая колея в гаражах. В принципе, ничего страшного. Еще можно сказать, что не так и херово здесь. Тут какой-то, видите, тоже сэндвич построен. Так, никакого такого жесткого тут нету секса.
как ручьи пускает, видите? Мужик тут ручьи пускает. Час говорит, не знаю, тут за час, мне кажется, только не увезти снега. Посмотрим. Ну, уже полчаса прошло. Поглядим, что получится. Мне кажется, тут где-то, чтобы нормально почистить, полтора часа надо, потому что навряд ли быстрее это получится сделать. Вот толкать, видите, некуда, его надо возить. Сидит снег мокрый, тяжеленный. Трактор как корова на льду елозит, гаражам его на бок сносит. Дорога здесь неровная, немножко под уклоном, и к воротам его подскидывает, поэтому тут вот так не просто все, надо поаккуратнее. Здесь-то вот ничего еще, а вот там дальше, конечно, дальше получается, что он хочет воротам. Я уже задней установкой разворачивал трактор, чтобы выехать. Что реально на бок клонило, к воротам сваливался. Кто хочет только то место почистить, а это как бы, ну, это место нет. Но если не толкать, тогда мне придется и все это почистить, а это еще реально поднимать здесь до земли, это участок шрифтов. Но как он мне сказал, и как я его понял, задача начала дороги до его гаража и его гараж. А это вот часть как бы его, скажем так, ну, особо не интересует, потому что, в принципе, тут более-менее нормально, с горки можно спуститься и вот так вот рядом ехать и поехать, выехать из гаражей, чтобы там у себя не разворачиваться. Такой вот взял.
Правда, со второй попытки был ковшом было нельзя. Только пустым ковшом взялся. А, только бы его не выронить бы, а. Дороги в гаражах. Ну вот 3500. Потому что больше часа машина ушло. Полтора часа. А не хотят, ну собирают же деньги за снег. Ну не все платят, кому кто-то. Я только летом хожу в гараж, мне не надо. Ну разные ситуации. Поэтому, собственно, и так вот. Чистится, конечно, гаражи зимой. Следи же, видны, вот эти, там куча конца, это откуда. Это вот чистили, да, гаражи. Но не всегда всем все надо. Ну и не всегда деньги уходят туда, куда их собирают. Скажем так. Поэтому как есть, есть. Законные постройки, потому что по проекту есть одноэтажные гаражи, это уже такой самострой. Как бы пока за гаражи не взялись, да, все это прокатывает. А все со временем когда-то власть захочет денег получить за что-то и возьмется за все за это и могут обязать их снести. Такое бывает, и уже было. Не знаю людей, кто вот тут в деревянных гаражах построил бокс, не каменный, а быстро разводящийся из сэндвича, ну и часть из камня. Да, короче, его обязали снести его. Так что вот так вот. Как найдет коса на камень, тогда все будет хана. То есть пока никому не надо, вроде как все ровно. Только кого-то это затронет, все раскачают и скажут снести незаконное строение. Вот и все.